Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжают новости спорта в студии Павел Михно. Стал известен предварительный состав сборной Беларуси Ю-18 на юношеский чемпионат мира 2019, который пройдет на этой неделе в Швеции. 5 и 7 апреля подопечные Евгения Исаулова дважды встречались со сверстниками из Казахстана. 2-1, 3-1. По итогам этих поединков тренерский штаб сократил список претендентов на попадание в финальную заявку. В Швеции работу продолжит 28 человек, в том числе три представителя хоккейного клуба «Гомель» – защитник Павел Денисов и нападающие Александр Антошков и Олег Кочеловский. Завтра юношеская сборная Беларуси отправится в Швецию, где пройдет вторая часть сбора перед чемпионатом мира. Там белорусы 13 и 14 апреля сыграют два спарринга со сборными России и Канады. Воспитанник Сдюшор Гомельского района Денис Евсеенко стал бронзовым призером на Кубке Европы по дзюдо. Он занял третье место в весовой категории до 73 килограммов среди кадетов в возрасте до 18 лет. Медали в этой весовой категории спаривали 26 дзюдоистов. И к другим новостям дзюдо. С 8 по 15 апреля в Анталии проходит международный учебно-тренировочный сбор по дзюдо на пути к золоту. Это один из этапов подготовки национальной команды Республики Беларусь ко вторым европейским играм в Минске. В этом сборе принимают участие более 400 дзюдоистов и дзюдоисток из 38 стран. В составе национальной сборной нашей республики главному турниру сезона готовятся и гомельчанки Виктория Новикова и Ульяна Миненкова. Напомню, Европеада пройдет в Минске с 21 по 30 июня. В Жлобине состоялось первенство Беларуси по фигурному катанию среди юношей и девушек. За победу на ледовой арене боролись около 150 юных фигуристов в возрасте от 7 до 19 лет. Свои представительства на этих соревнованиях имели Гомельская, Минская, Витебская и Брестская область. Спортсмены исполняли произвольную и короткую программы. Традиционно сильную конкуренцию фигуристам из других регионов составили воспитанники Гомельской «Сдюшор номер 1». В финал вышли почти 60 гомельчан. Соревнование «Звездочка» – это один из основных стартов белорусских фигуристов. Его цель – отбор сильнейших спортсменов в национальную команду. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4.